В октябре 2023 города на улицах Хонды, Сеул, состоялся танцевальный фестиваль B-Boy. Одна команда, участвовавшая в танцевальном фестивале B-Boy, начинал танцевальное представление B-Boy. Это была прекрасная возможность испытать групповой танец, представляющий корейский K-pop. Потому что они все любители команды, принимавшие участие в танцевальном фестивале B-Boy. Они показали свежие и динамичные выступления. Эта команда имеет характеристики мужской танцевальной группы, и они были одеты в повседневную одежду, как молодые люди в Корее. Фестиваль танцев B-Boy был проведен на улице Хонгде в Сеуле, район под названием Хонде-стрит. Это также самое посещаемое место с корейской молодежью и много иностранцев. Команды-участники на танцевальном фестивале показывали танцевальное представление на основе своей темы. Некоторые члены участвующей команды будут будущий участник корейской танцевальной группы в Корее. Чтобы перенять историю K-pop, эти многочисленные молодые люди усердно работают. Улица Хонгде в Сеуле – это горячее место, где больше всего собирается молодежь. Здесь есть различные развлекательные заведения и рестораны, которые нравятся молодежи. Очень! В отличие от районов Каннам и Яойда, где имеются развитые бизнес-центры, улица Хонгде в основном состоит из мест отдыха. В частности, демонстрируя различные характеристики, уникальные для Кореи. Здесь сосредоточены помещения для молодежи. Потому что он быстро отражает тенденции, которые нравятся молодежи, вы можете легко быть в курсе последних тенденций в Сеуле. Хонгек University Street – крупный коммерческий район Сеула, расположенный вокруг университета Хонгек, станции университета Хонгек и станция Сангсу. Хонде на улице Хонде – это аббревиатура университета Хонгек. После открытия станции университета Хонгек, Сагиадон, коммерческие районы Дангиадон и Сансудон или отечественная инди-сцена, которые сохраняют свои отличительные коммерческие районы, обычно назывались как Университетская улица Хонгек, но было установлено название Хонгде-стрит. Конечно, на самом деле, точно так же, как и аббревиатуры названий университетов, таких как Университет Кангкук и Женский университет, их вот часто используются как название центральных районов. Это место часто называют просто Хонда. Другие известные университетские районы Сеула включают Тэхакро, расположенный недалеко от станции Синчхон, или станция Хехва, коммерческий район женского университета Сумсин. Коммерческий район станции Сеульского национального университета, Шаросугиль, это студенческий округ Сеульского национального университета, и университетская улица Конкук в восточной части Сеула. Улица Хонгде подавляет их всех, становясь одним из представительных туристических мест. Достопримечательности Кореи за пределами Сеула как университетского района в центре города. Если посмотреть на его размеры по состоянию на 2020-е годы, когда коммерческий район расширился. Относительно прилегающих районов, можно сказать, что это крупнейший центр города. В Сеуле. Сейчас коммерческий район университета Хонгек разросся настолько, что некоторые говорят, недостаточно использовать название университета в качестве названия коммерческого района. Поскольку сюда стекаются отечественные и иностранные туристы, строятся три крупных торговых центра. Вокруг станции университета Хонгек.